Кинари погиб. Так что будить друидов придется нам самим. Они проснутся только по зову рога, который хранится на священной лунной поляне. Но жрица, на поляне обосновались орки. Чтобы добраться до рога Кинария, нам придется сражаться с ними. Жрица Тиранда, хвала Илуне, мы нашли тебя. Мертвецы приближаются к кельям друидов. Они кажутся заброшенными, но... Нет, сестра. Эти кельи не заброшены. В них остался один друид. Малфурион – ярость бури. Самый мудрый и могущественный из детей леса. Мы должны предупредить его о том, что Легион вернулся. Тогда поспешим. Если нежить ворвется в кельи раньше, чем он проснется... Скорее в путь, сестры. Мы должны разбудить Малфуриона. Он наша последняя надежда. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Недостаточно золота. Богиня зовет. Во имя Илуны. Я готова. Приказ поняла. О чем шумят деревья? Что произошло? Я готова. Привет! Ашето Роман. Исследование завершено. Требуется больше древесины. Исследование завершено. Богиня зовет. Требуется больше древесины. Исследование завершено. Требуется больше древесины. Здание готово. Кто смеет угрожать нашим лесам?
Здание готово. Требуется больше древесины. Что произошло? Ашето Роман. Богиня, укажи мне путь. Богиня зовет. Такова воля богини. Немедленно. Да будет так. Немедленно. Да будет так. Я готова. Охтарогар! За вождя! За трава! Я готова. Твой ход. Приказ поняла. Требуется больше древесины. Богиня, укажи мне путь. Да будет так. Такова воля богини. Немедленно. Такова воля богини. Во имя Элуны. Богиня, укажи мне путь. Да будет так. Во имя Элуны. Да будет так. Такова воля богини. Да будет так. Такова воля богини. Да будет так. В атаку, скорее! Бросайте сети, пока они не опомнились! Во имя Элуны. Эн-Лифа! Да будет так. Анудора! Укажи мне путь.
Кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голос Луны. Энурифа! За Халимдор! Богиня зовет. Слушаю. Наши воины вступили в бой. Ашето Роман. Такова воля богини. Богиня зовет. Эти эльфы сильнее, чем мы думали. Наши воины вступили в бой. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я слышу голос Луны. Наши воины вступили в бой. Да будет так. Во имя Луны. Такова воля богини. Немедленно. Такова воля богини. Да будет так. Во имя Луны. Такова воля богини. Немедленно. Во имя Луны. Немедленно. Никто не смеет вредить природе. Наша священная роща осквернена. Наш герой пал в бою. Стою на страже. Богиня, укажи мне путь. Я не боюсь. Наши воины вступили в бой. Слушаю. Богиня, укажи мне путь. Богиня зовет. Анудора! Богиня, укажи мне путь. Я слышу голос Луны. Богиня зовет. Я готова. Да будет так. Woo!
Я готова. Кто смеет угрожать? Жрица. Вашу? Мертвецы уже рядом с кельями. Шандо, ярость бури в опасности. Исследование завершено. Я слышу голос Луны. Здание готово. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. Немедленно. Да будет так. Богиня зовет. Во имя Луны. Такова воля богини. Да будет так. Во имя Луны. Я готова. Такова воля богини. Энурифа! Да будет так. Я готов. Ашетурама. Немедленно. Здание готово. Богиня, укажи мне путь. Я слышу голос Луны. Поторопись. Кто смеет угрожать нашим лесам? Богиня, укажи мне путь. Богиня зовет. Во имя Кинария! Кто смеет угрожать нашим лесам? Энурифа! Богиня, укажи мне путь. Наши воины вступили в бой. Слушай. Богиня зовет. Во имя Кинария! Я вся внимание. Богиня, кто укажи мне путь. Нашим лесам? Наши воины вступили в бой. Ашетураман. Кто смеет угрожать нашим лесам? Ашетураман.
Такова воля богини. Я готова. Жду приказа. Стою на страже. Я вся внимание. Молись на рассвет. Я готова. Я поплелась отомстить. Я вся внимание. Поторопись. Кто смеет угрожать нашим лесам? Во имя Элуны. Я слышу голос Элуны. Анудора! Во имя Кинария! За Калимдор! Во имя Кинария! Немедленно. Энурипа! Такова воля богини. Я вся внимание. Взять! Наш рудник почти истощен. Жрица, нежить вот-вот ворвется в кельи. Скорее найди рог Кинария. Я слышу голос Луны. Немедленно. Да будет так. Такова воля богини. Часовые, к бою! Ашето Роман. Энурифа! Богиня, Анудора. Укажи мне путь. Я слышу голос Луны. Немедленно. Во имя Луны. Во имя Я Кинария! Готова. Наши воины вступили в бой. Ашето Роман. Слушаю. Я вся внимание. Богиня, укажи мне путь. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. Наконец-то. Рог Кинария. Теперь мы сможем разбудить Малфуриона.
пришел на зов рога, чтобы исполнить клятву. Я чую запах порчи и разложения в наших землях. Я зол. Очень зол. Вперед, древние защитники! Уничтожьте захватчиков, как в былые времена!